Коллеги, доброе утро. У вас должен появиться и звук, и картинка. Давайте проверим сначала с вами связь. Напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно, как меня видно. Громче, тише сделать звук. Если все хорошо, тогда я с вашего позволения начну. Ой, ну супер, я рада, что слышно, видно хорошо. Итак, я рада вас приветствовать на первом вебинаре в рамках обучающего проекта по экскурсионным турам, который проводит туроператор ПО Групп для своих агентов. В течение 2 недель вы прослушаете ряд вебинаров по разным странам, по нашим экскурсионным программам, поэтому подключайтесь, слушайте и узнавайте что-то новое. В начале нашего вебинара давайте с вами познакомимся. Меня зовут Ксения Дикова, я старший менеджер по развитию компании ПО Групп. Уже занимаюсь и продаю чешское направление 8 лет. Так уж получилось, что я была и в Чехии, и в Венгрии, и в Австрии, и даже в Словакии. И поэтому сегодня расскажу вам подробно наши экскурсионные туры, наши сити-туры. Мы с вами обсудим все, что мы можем предложить вам по Чехии. Итак, сразу же хочу с вами небольшой такой интерактивчик провести. Напишите, пожалуйста, в чате или поставьте плюсики те, кто был в Чехии, кто знает Чехию хорошо. Или минус, если вы не были в Чехии, чтобы я понимала, какая аудитория у нас собралась, на что делать акцент, про что больше рассказывать. Так, все, супер, хорошо. Я поняла. Спасибо большое, коллеги. Итак, давайте начнем наш вебинар. Чехия СПА Групп. Это универсально, это удобно, это интересно, это надежно. Давайте рассмотрим каждый этот пункт, чтобы вы понимали, почему именно эти пункты мы указали. Чехия СПА Групп. Это универсально. Наши туры, которые представлены на нашем сайте, можно делать с любой продолжительностью от 3 ночей. То есть вы можете выбирать любую продолжительность программы. Вы можете наполнять экскурсионный тур любыми экскурсиями, которые пожелает ваш турист. Вы можете выбирать любое время вылета, которое представлено в личном кабинете. Разве это не универсально? Это универсально. По поводу удобства. Этот пункт особенно актуален с запуском нашего нового сайта. Я думаю, многие из вас уже с ним познакомились, может быть, даже кто-то к нему уже привык. Но поверьте, с запуском нашего нового сайта с динамическими турами бронировать экскурсионные и сити-туры в Чехию стало в 10 раз удобнее, нежели на нашем прошлом, на старом сайте. Вы самостоятельно можете без дополнительных запросов забронировать групповой, индивидуальный трансфер, выбрать время вылета, удобное для ваших туристов. Более того, вы можете выбрать город вылета, удобный вашим туристам, сделать перелет со стыковкой. И все это можно сделать буквально в 2 клика на нашем сайте с динамическими турами. Поэтому, безусловно, Чехия СПА Групп – это еще и удобно. Перейду к пункту «Надежно», потому что это наша гордость, это заслуга наша с вами. Чехия СПА Групп – это надежно прежде всего, потому что мы из года в год получаем награды и дипломы от одного из главных перевозчиков по Чехии, чешских авиалиний, как серебряный, платиновый, золотой партнер. То есть мы из года в год становимся все бесценнее на чешском направлении, получаем награды. И, соответственно, предлагаю вам надежный и проверенный продукт. И, конечно же, Чехия СПА Групп – это интересно. Об этом вы убедитесь в конце нашего вебинара, я уверена, потому что то количество программ, которые мы предлагаем нашим агентам, то экскурсионное наполнение, которое захватывает не только популярные туристические объекты, но и какие-то новые колоритные атмосферные места Чехии, вы можете забронировать на нашем сайте. Коллеги, я сразу же скажу, что вы можете задавать вопросы в чате. В чате отвечает на вопросы сегодня Рома Литвиненко. Это руководитель направления Чехии, можно сказать, он знает все и немножечко больше, чем все про Чехию, поэтому смело пишите вопросы, он вам на все ответит. Итак,
Мы, помимо того, что предлагаем вам много инструментов для продаж, которые удобны, универсальны и, безусловно, надежны, мы думаем и заботимся и о ваших туристах. Если кто-то не знает или кто-то знает, но ничего не скачал себе это приложение, которое называется PackCheck, я его вам рекомендую скачать. Оно доступно бесплатно в App Store и в Play Market. Если честно, я сама этим приложением пользуюсь и сейчас, и пользовалась в Чехии. Это приложение позволяет вашим туристам, войдя в приложение, нажав одну кнопку, дозвониться до гида, заказать экскурсии. Это приложение имеет вшитые карты общественного транспорта, карты города Праги, экстренные номера телефонов, причем настолько удобно, что вы заходите в приложение, и там не нужно искать, да, номер телефона, по которому позвонить, а сразу же на главном экране вы видите SOS Прага, то есть если что-то случилось, все, человек сразу же заходит, нажимает эту кнопочку, связывается с представителем нашей принимающей компании. Плюс ко всему, в этом приложении зашиты не только номера гидов, экскурсоводов, но и сами экскурсии. То есть человек может зайти и нажать вкладочку «Экскурсия», посмотреть, в какое время она проводится, сколько по времени проводится эта экскурсия, где место встречи на эту экскурсию, то есть всю информацию для себя нужно почерпнуть и, соответственно, дозвониться и заказать экскурсию, если он этого не сделал в России. Вы также можете пользоваться этим приложением, оно крайне удобно. И раз уж я так упомянула вскользь, да, в рамках этого слайда нашего принимающего партнера, позвольте мне чуть больше о нем рассказать. По Чехии мы работаем с принимающей компанией Destination. Она занимается обслуживанием наших экскурсионных программ. По отелям у нас более 6 партнеров, то есть мы не замкнуты в рамках одного оператора, у нас 6 партнеров по отельной базе, а обслуживанием наших экскурсионных туров, встречи туристов, решением каких-то вопросов занимается Destination. Сразу же скажу, что я, ну так, мне посчастливилось в декабре месяце проехать по одному экскурсионному туру, я о нем расскажу чуть подробнее, я познакомилась с принимающей компанией, увидела, как работают ребята, как они встречают ваших туристов и... спокойны, ваши туристы будут довольны по возвращению однозначно. По прилету выдаются вот конвертики, в которых есть памятка вот такая, да, Destination с экскурсиями, карта города и флайер с номерами телефонов, по которым можно дозвониться, если нет мобильного приложения. Поэтому то, что касается встречи и проводов ваших туристов, вы также можете быть спокойны. Теперь давайте поговорим о полетной программе. Она у Pagroup очень обширная. Из различных городов, где представлена прямая перевозка до Праги и Карловых Вар, у нас есть вылеты. Из Москвы мы летаем ежедневно, как и из Санкт-Петербурга. Остальные города выставлены блоки на летний сезон. Из городов Украины мы летаем из Киева и Одессы. Это очень удобные слоты. Этими вылетами могут также пользоваться жители Крыма, у которых есть биометрические украинские паспорта. Поэтому Россия и Украина у нас представлены широкой полетной программой на весь летний сезон. Туры на лето, они подгружаются и буквально, я думаю, в течение этой недели, Рома не даст мне соврать, будут подвешены уже практически все программы из всех городов вылета, то есть смело вы можете уже смотреть и бронировать летние экскурсионные программы. Но опять же, коллеги, не забывайте, что мы в рамках вот этих двух слайдов, я вам говорю о прямой перевозке до Праги. На сейчас вы можете спокойно любую программу, сити-тур, экскурсионный тур, стыковать
рейсами из регулярной продажи на нашем сайте с пересадками, например, в Москве или там через Минск из Краснодара вылеты есть, и бронировать также любую продолжительность, не привязываясь к регулярным рейсам. Стыковки очень удобные, комфортные, можно подобрать не более 2,5 часов, поэтому все в ваших руках, вы можете смело бронировать любые программы. Итак, мы с вами посмотрели, да, кто у нас встречает, как мы летим, с кем мы бронируем туры. Теперь давайте немножечко с вами погуляем по Праге и научимся ориентироваться по этому прекрасному городу. На этом слайде вы видите карту с районами Праги. Историческим центром является Прага-1. Сразу скажу, что ориентироваться по Праге совершенно несложно. Как нам сказал наш гид, который нас встречал: ребята, не переживайте, вам нужно всего лишь один раз заблудиться, через 3 часа найти выход, и вы знаете Прагу как свои 5 пальцев. Но, а если серьезно, то ничего сложного нет. Районы города закручиваются, но я не могу сказать, что по спирали или по кругу, примерно, да, по спирали, то есть с Прагой 1, вы видите, граничит Прага 2, Прага 5, Прага 6, 7 и 8. И вот здесь важный момент. Как правило, когда вы смотрите какие-то сити-туры на нашем сайте или подбираете отели своим туристам, вы не обращаете внимания на такой район, как Прага 8, потому что он очень далеко, казалось бы, от Праги 1. Но в Праге 8 есть отели, о них я буду говорить чуть позже, которые расположены намного ближе к Праге 1, чем отели из Праги 2. Например, это отель Олимпик 3 Star, 3 звезды в Праге 8. Всего 2 остановки на метро, и за 7 минут вы доезжаете до торгового центра Палладиум, это Прага 1, соответственно, абсолютно удобно, а отель один из самых лучших в категории цена-качество. Вот. То, что касается Праги 1, сейчас я попробую вам нарисовать. Вот смотрите, вот в этой, с этой стороны Праги 1 находится Пражский град по левому берегу реки Влтава. Вот с этой стороны находится старый город. Соответственно, вы можете выбирать. Если вы бронируете отели в Праге 6, туристы будут жить недалеко от Праги 1, но ближе к Пражскому граду. Если эта сторона Прага 8, Прага 2, правый берег реки Влтавы, то, соответственно, ближе старый город, Пражский град будет дальше. Метро в Праге очень простое, 3 ветки, красная, желтая и зеленая, абсолютно удобное трамвайное сообщение, поэтому не переживайте, если ваши туристы живут не в центре Праги, буквально за 10-15 минут они могут добраться до центра города. Так, это то, что касается ориентирования по Праге. Прага и Чехия в целом, да, безусловно, это направление, которое подходит всем категориям туристов. Если люди, ваши туристы, любят активный отдых, любят много ходить пешком, им Прага просто показана, потому что именно здесь можно стереть кроссовки, можно ходить, смотреть, потому что каждая новая улочка, она показывает что-то новое, какие-то новые дома, новые объекты, и хочется ходить и ходить. Если ваши туристы любят спокойный, размеренный отдых, вы смело можете им предлагать Прагу, бронировать отель в спокойном районе, где будет какой-то сад, парк. В Праге очень много парковых зон, где можно гулять, и не только в самом центре города. Люди, которые любят спокойный отдых, могут уехать из Праги, погулять по колоритным чешским городкам, таким как Чешский Крумлов, Телч, то есть там не будет много туристов, там будет спокойный, размеренный отдых. Ну и на самом деле дети тоже в Чехию, семьи с детьми можно отправлять, но на данном этапе вы мне просто поверьте, а чуть позже я расскажу, что делать с детьми в Праге и почему нужно лететь в Прагу и в Чехию именно с детками. Вот, если честно, Прага, она открывается для каждого человека
так, как он на нее смотрит. То есть правильно говорят, красота в глазах смотрящего. Если человек романтик, он будет восхищен Прагой. Если человек прагматик и ему нужна выгода, он обязательно останется в восторге от Праги, потому что уровень цен, особенно в сравнении с Австрией, с Италией, с Францией, на порядок ниже, то есть цены очень доступны, и для такого туриста Прага будет вообще одним из любимых направлений. Поэтому предлагайте Чехию всем туристам, все останутся очень довольны. Итак, давайте ближе теперь перейдем к нашим экскурсионным программам. На нашем сайте вы можете в ассортименте туров найти три варианта отдыха в Праге. Это сити-туры, экскурсионные туры, оздоровительные туры и лечение. Сегодня мы с вами не говорим об оздоровлении и лечении, хотя это тоже, безусловно, интересное направление для ваших продаж. Сегодня мы поговорим о сити-турах и об экскурсионных программах, которые есть на нашем сайте. Сити-туры. На нашем сайте, как я уже говорила, у нас вы можете забронировать сити-туры продолжительностью от 3 ночей. Соответственно, экскурсионное наполнение по вашему желанию и по желанию ваших туристов вы добавляете в личном кабинете, какое вы желаете. Это стало делать еще удобнее. Я думаю, что многие из вас уже познакомились с возможностью, которую мы предоставили с Нового года вашим туристам. Важный момент по месту сбора на экскурсии. Основных мест сбора на экскурсии по Чехии 3. Есть еще Пороховые ворота, но они не во всех экскурсиях, крайне редко встречаются, поэтому давайте рассмотрим с вами, где расположены вот три основные места сбора. Мы не забираем туристов из отелей, то есть турист самостоятельно добирается до обозначенного в программке места начала экскурсии. Итак, первое место экскурсии – это станция метро Малостранска в Пражском Граде. Она совсем недалеко находится от Пражского Града. Многие экскурсии начинаются отсюда. Но большинство экскурсий по старому городу, они начинаются вот здесь, у торгового центра Палладиум, метро Площадь Республики. От торгового центра Палладиум до центра Староместская площадь буквально 5 минут. Соответственно, все основные торговые улицы, магазины, рестораны, все находится вот в этом районе. И на Вацлавской площади у нас есть такое место сбора, оно называется «У коня». Почему «У коня»? Потому что святой Вацлав, в честь кого названа площадь, на коне возвышается рядом с Национальным музеем, который, кстати, в декабре открыл свои двери для посещения. Весь декабрь можно было его посетить бесплатно, сейчас уже вход платный. Вот. Если ваши туристы звонят и спрашивают, а того ли коня они видят или на Вацлавской площади, то да, это тот конь, он там один, святой Вацлав, они мимо него не пройдут, смело их уверяйте. Итак, то, что касается сити-туров, мы с вами обсудили место сбора на экскурсии, продолжительность. Теперь давайте пройдемся по основным экскурсиям. Это невозможно рассказать вам все экскурсии, какие есть у нас. Я хочу коснуться самых популярных и самых запрашиваемых, да, у туристов, которые едут первый раз, например, в Прагу. И что вот им предложить, давайте мы с вами вместе посмотрим. Безусловно, Пражский град. Часто возникает вопрос у агентств, а какую экскурсию туристам предложить? Пражский град или старый город? И те агенты, которые не были в Праге, да, например, или не знают, что есть Пражский град, это как комплекс, да, отдельный в Праге, теряются. Так вот, это две совершенно разные экскурсии. Пражский град – экскурсия, которая проходит по
Я, как я уже говорила, о левой стороне Карлова моста, это район станции метро Малостранска. Пражский град захватывает резиденцию королей и нынешний президентский дворец, где сидит президент Чехии. В ходе этой экскурсии мы смотрим потрясающе красивый собор Святого Вита. Он один из самых красивых в Европе, он монументальный, внутри очень красивый, то есть экскурсия не оставит равнодушным ваших туристов. В ходе этой экскурсии мы заходим на Золотую улочку, или Злата улочка по-чешски. Мы смотрим Страговский монастырь, один из старейших, это первый христианский монастырь в Чехии, в принципе. Да? То есть экскурсия, без экскурсии Пражский град сложить впечатление общее о Праге будет просто невозможно. Экскурсия «Старый город» – это экскурсия по старой части Праги, соответственно, с другой стороны Карлова моста, то есть Пражский град, Старый город, они находятся с разных сторон Карлова моста. Карлов мост, он их соединяет. В ходе экскурсии «Старый город» мы смотрим, вы видите на картинке знаменитые астрономические часы, которые одни единственные такие в мире, и повторить их не смог больше никто. Мы смотрим собор Девы Марии над Тыном, который вы видите на сайте, он возвышается на Староместской площади. Мы гуляем по Карлову мосту, а Карлов мост – это отдельный, можно сказать, музей под открытым небом, потому что вдоль всего моста около 30 архитектурных скульптур находится. Потрясающе красиво погулять по этому мосту, а особенно красиво вечернее время, поэтому если туристы спрашивают экскурсию вечернюю Прагу, это вдвойне будет, это будет совершенно иначе, но это будет не менее красиво, чем гулять по Праге днем. И экскурсия «Мистическая Прага», о ней я вам могу рассказать много, но буду в рамках нашего вебинара сдерживать себя. Я как человек абсолютно не восприимчивый к привидениям и легендам, если честно, я пошла на эту экскурсию только ради интереса. Честное слово, к концу экскурсии я начала оглядываться по сторонам, потому что то, как гид преподносит информацию, во-первых, он облачается в... Гид-девушка Дарья, она облачается в мантию волшебника, или я уж не знаю кого, алхимика, наверное. Вот. И вот то, как она подает информацию, с какой интонацией она говорит, все это в совокупности, плюс ночная Прага, экскурсия начинается часов 7-8 вечера и идет буквально до 10, до 9, до полдесятого. То есть вы гуляете по ночному городу. Все это в совокупности создает такое мистическое настроение, что, безусловно, это будет интересно детям. Дети в восторге от этой экскурсии, их фантазия дорисовывает какие-то свои видения легенд, и, безусловно, они все начинают видеть этого моряка или этого продавца, который жил в этом доме, о котором рассказана легенда. Взрослым также будет интересно погулять по ночной Праге, потому что не каждый решится зайти в те уголочки Праги, в которые заходим мы в ходе этой экскурсии еще и ночью. И экскурсия в Страговский монастырь, Страга с дегустацией вина, с ужином. Страговский монастырь, как я уже говорила, это один из самых первых христианских монастырей в Чехии, в Праге, в принципе. Он очень красивый, на его территории есть прекрасный сад, красивая библиотека, причем библиотека, знаете, она в стиле, фильмов о Гарри Поттере, потрясающая, красивая, колоритная, там будет очень интересно погулять, посмотреть старинные книги. На территории этого монастыря есть художественный музей, его с картинами и литературой, то есть посмотреть тоже крайне интересно. И в завершении экскурсии туристов ждет дегустация вина в монастыре, в монастырском ресторане, и далее ужин вкусной чешской колоритной едой.
Это то, что касается экскурсий по Праге. Их намного больше, я вам все не буду рассказывать. И выездные экскурсии из Праги. Их также огромное количество на нашем сайте. Прага находится, вы знаете, да, в сердце Европы. И находиться в самом сердце старушки Европы и не поездить по другим странам, но это кощунство как минимум. Поэтому советуйте вашим туристам выезжать в соседнюю Германию, в потрясающие городки Дрезден, Нюрнберг, в Австрию, посмотреть Вену, которая находится совсем недалеко, ну, относительно недалеко от Праги, да. Но чешский Крумлов – это город, который находится под, входит в список памятников ЮНЕСКО. О нем я расскажу вам чуточку попозже в рамках рассказа об экскурсионном туре, но сейчас я вам говорю, предлагайте вашим туристам экскурсию в чешский Крумлов. Нет ни одного человека, которого бы оставил равнодушным этот уютный, небольшой чешский городок. Потрясающе красивый, смотреть всем его нужно обязательно. Можно съездить в Карловы Вары, попробовать водичку, можно съездить в город, который называется Кутна Гора. Это старейший город Чехии, это город, который был в средневековье монетным двором, то есть это был богатейший город и, безусловно, одним из главных объектов, да, которые смотрят туристы в ходе этой экскурсии, является косница, известная, костел, который состоит из человеческих костей и черепов. Зрелище не для слабонервных, но не менее интересно. И поездка в Кутна Гору, она так же, как и в чешский Крумлов, обязательно для туристов, потому что город потрясающе красивый и интересный. По поводу выездных экскурсий. Ну, я вкратце пройдусь по двум экскурсиям. Это Нюрнберг. Это красивый баварский городок, большой достаточно, который в свое время был неофициальной столицей Римской империи. Какое-то время, да, он находился в таком статусе. Очень красивый, колоритный. Бавария, она, давайте я вам покажу сейчас Регенсбург, чтобы вы представляли. Бавария, она такая сказочная, этот регион обязательно нужно смотреть. В том числе, когда мы едем на экскурсию в Мюнхен, мы проезжаем по землям баварским, смотрим совершенно другой уклад, нежели в Чехии. Но это очень красиво, то есть вот все экскурсии, которые проходят в направлении Регенсбург, Нюрнберг, там, Мюнхен и замки Баварии, это все надо смотреть, находясь в Праге. А если вы находитесь больше недели в Праге, то тем более надо выезжать и как можно больше увидеть, пользуясь тем, что вы находитесь в сердце Европы. Вы помните, да, в начале вебинара я вам говорила, и вы мне поверили на слово, что в Чехию и в Прагу можно и нужно брать деток. Сейчас мы с вами поговорим, почему важно это делать. Прежде всего, Прага имеет, в Праге находится чешский, пражский зоопарк, который находится на 7-м месте в мире, среди зоопарков мировых. Я смотрела рейтинги, там в начале списка зоопарки США, Канады, ну, а среди европейских зоопарков он один из самых больших. Не только за счет своей территории, но и за счет того, что здесь проводят огромную программу по восстановлению исчезающих видов животных. Пражский зоопарк поделен на несколько зон. Там есть зона индонезийских джунглей, там есть зона Африки, Южной Америки. По территории Пражского зоопарка курсирует паровозик, на котором можно кататься. Но вот то, что ваши туристы потратят один день на зоопарк, это точно. А то, что им нужно будет, чтобы вникнуть и погулять, посмотреть все более хорошо, два дня как минимум можно потратить на зоопарк. Доехать до зоопарка можно как на общественном транспорте, так и на кораблике по реке Волтаве, то есть совместить прогулку по зоопарку и прокатиться на кораблике по Волтаве можно. В Праге есть хороший лунопарк, аквапарк.
Я уже не говорю о том, что мы делаем специальную экскурсию, она называется «Прага для детей», которая ориентирована на маленьких туристов. Она проходит в непринужденной атмосфере, гиды понимают, что главный слушатель – это ребенок, а ребенку важны эмоции, поэтому экскурсия проходит на совершенно легкой волне. Туристы гуляют по Страговскому монастырю, смотрят библиотеку, поднимаются на Педжин-холм на фуникулёре, смотрят Эйфелеву башню. В Праге есть Эйфелева башня, если вы не знали. Ну, то есть вот совершенно другие объекты, нежели мы смотрим с туристами по обзорным экскурсиям, можно увидеть в экскурсии «Прага для детей». Безусловно, мы гуляем по Золотой улочке, смотрим музей шоколада, пробуем шоколад, не уходим оттуда, не объевшись шоколада. В Праге есть потрясающий магазин-музей Лего, огромнейший просто, где представлены различные модели Лего-конструкторов. И более того, дети могут поиграть с конструкторами. Там есть огромная зона, где можно собирать Лего до бессознательного состояния. Поэтому, и плюс ко всему, Прага, она настолько колоритна, интересна и другая, не такая, как остальные города, что деткам там будет очень интересно, поэтому семьи с детьми в Прагу, пожалуйста, добро пожаловать. Вот, это то, что касается наших сити-туров и экскурсионного наполнения. Теперь давайте чуточку подробнее поговорим по поводу наших экскурсионных программ, а их у нас на сайте достаточно много. Сегодня я вам расскажу чуть более подробно, чем об остальных программах, о туре Прага, Вена, Будапешт, Братислава. Так уж получилось, что мне посчастливилось в декабре проехать по этой программе, по этому кольцу. И я из первых уст могу вам рассказать, что происходит там, что смотрят туристы. Это наш эксклюзив. Такой программы вы не найдете на российском рынке. Если найдете, то это плагиат, с которым мы будем бороться. Это эксклюзивная программа, и в летнем сезоне только у нас вы можете ее бронировать для своих туристов. То, что касается экскурсий Прага-Вена, Прага-Мюнхен, Прага-Париж, это то, о чем я говорила. Находиться в Праге, в Чехии и не смотреть другие страны, недопустимо. Прага-Вена, две такие разные столицы, находящиеся недалеко друг от друга в рамках одного экскурсионного тура. Прага-Мюнхен. Это потрясающе красивый экскурсионный тур, в особенности из-за связки вот этой Мюнхен и замки Баварии. В ходе этой экскурсии и поездки в Мюнхен и замки Баварии мы делаем обзорную экскурсию туристам по Мюнхену. Далее мы размещаем туристов под Мюнхеном в небольшом баварском городке, в пансионе, под семейным уютным управлением, с потрясающими видами на Баварию, на горы, на поля. То есть, туристы просыпаются отдохнувшими, могут выйти прогуляться, и утром они отправляются смотреть замки Баварии. То есть, абсолютно спокойная, размеренная программа, которая позволит посмотреть не только Прагу, но и Мюнхен и известные баварские замки. Все вы знаете, это Нойшванштайн, один из самых главных в этой линейке замков. И Прага-Париж, эта программа представлена у нас в разной продолжительности. Везем туристов из Праги, смотрим Париж, восхищаемся его красотой, но не как в поговорке, увидеть Париж и умереть, а здоровые, счастливые возвращаемся обратно в Прагу и дальше гуляем по улочкам нашей любимой Праги. Прага, Вена, Будапешт, также потрясающая программа с возможностью увидеть еще и Будапешт. Итак, теперь давайте чуть подробнее поговорим, раз уж это наша эксклюзивная программа, программа, которая есть только у нас на рынке, Прага, Вена, Будапешт, Братислава. Если у нас сегодня на вебинаре есть агенты Новосибирска,
Я вас приветствую, так же, как и всех, но вам особенно хочу сказать, пользуйтесь возможностью и отправляйтесь в рекламно-ознакомительный тур «Прага, Вена, Будапешт, Братислава» 1 марта из Новосибирска. Вы не только проедете по этой программе, но вы и познакомитесь с руководителем нашей принимающей компании Destination, с гидами. Вы сможете задать те вопросы, которые вас интересуют, но то, что вы останетесь довольны, это однозначно. Поэтому бронируйте и отправляйтесь 1 марта по этой программе. Этот тур в летнем сезоне будет представлен с разной продолжительностью ночей. Вы, если наведете курсор на правый верхний экран, там есть вкладочка «Файлы». В эту вкладку мы закачали пока в табличном формате полетную программу и дни, вернее, дни проведения, да, этого тура на летний сезон, но буквально вот со дня на день она появится на нашем сайте, вы можете ее бронировать. Но чтобы понимать, она будет у нас начиная с майских праздников и далее 1-2 раза в сезон, в месяц мы ее будем проводить. То есть там несколько заездов в июне, в июле, в августе. Тур, который позволяет за 8 дней, казалось бы, небольшое количество совсем, увидеть 4 европейские столицы. И Прага, и Вена, и Будапешт, и Братислава – это столицы своих стран. Этот тур абсолютно оправдывает свою стоимость за счет того, что в стоимость этой программы входит большое количество экскурсий, их 7. Но обратите внимание, что вечерняя Прага и Пражский град мы проводим, если время прилета туристов позволяет провести эти экскурсии. 7 экскурсий, обзорные по всем городам, по Будапешту, по Вене, по Братиславе. Причем это обзорные экскурсии 2,5-3 часа с подробным осмотром всех столиц. Это размещение в отелях 3-4 звезды. Причем это отели будут удачно расположены по отношению к центру города, и ваши туристы без какой-либо сложности могут спокойно добраться до центра Будапешта, погулять по вечернему городу, либо до центра Праги, погулять самостоятельно по улочкам. Ну, то есть мы в эту программу вложили все, что нужно вашим туристам. Комфорт, уют, заботу, все здесь ваши туристы найдут. Давайте немножечко пройдем по маршруту, но пока я говорю о туре Прага, Вена, Будапешт, Братислава, в летнем сезоне она будет представлена на нашем сайте Прага, Братислава, Будапешт, Вена. То есть кольцо будет замыкаться в другом направлении. Вот, поэтому не пугайтесь, это та программа, о которой я рассказываю, просто в другом направлении мы ее будем делать. Итак, из Праги мы уезжаем в Вену. По пути в Вену там ехать порядка 5-5,5 часов. Через 2 часа пути будет остановка в чешском Крумлове. Мы выходим с группой, всю дорогу с группой, которая едет на микроавтобусе в небольшой группе, буквально там 15-20 человек. Гид рассказывает историю этого региона, которая, безусловно, связана с Габсбургами. О них вы будете слышать везде, и в Венгрии, и в Словакии, и в Праге, и в Австрии. Мы заезжаем по пути в Вену, в чешский Крумлов, проводим обзорную экскурсию, гуляем по потрясающему городку. Я уже говорила, что чешский Крумлов – это просто любовь навеки. Это город, в котором, по-моему, время просто замедляется. Здесь действительно оно идет иначе. От Праги ехать до Вены порядка 5 часов, но с остановкой в чешском Крумлове на обзорную экскурсию. Далее мы приезжаем в Вену, заселяемся в отель. Здесь у туристов есть возможность самостоятельно поехать и погулять по центру Вены в вечернее время. Я, собственно говоря, и рекомендую им это сделать, потому что Вена вечером, ну, по-моему, совершенно иначе смотрится, нежели днем. Она настолько
красивая, настолько магическая, вот не побоюсь этого слова, поэтому пусть смело туристы выезжают и гуляют самостоятельно по вечерней Вене. А Вена, они не заблудятся, прежде всего, потому что транспортное сообщение Вены, оно безумно удобно. Вена вообще в этом году была признана, ну уже в прошлом году, была признана самым комфортным городом для проживания, и это действительно так. Я могу сказать одно, Вена – это город настолько идеальный, что когда ты гуляешь по нему порядка там 2-2,5 часов, невольно начинаешь смотреть и искать какие-то недостатки. Ну, пожалуйста, ну хоть где-нибудь, ну пусть будет хоть какая-то бумажка или хоть что-то не так. Это невозможно найти. В Вене действительно чувствуется имперский размах, величие. После маленькой, уютной, крохотной Праги совершенно другим антуражем Вена просто повергает в культурный шок, и хочется гулять и гулять по этому городу. В ходе обзорной экскурсии мы смотрим дом Хундертвассера. Это современный объект, это социальное жилье, но которое вот известный архитектор представил по-своему. То есть в Вене много социального жилья, но, как правило, для тех людей, которые не могут себе позволить, быстро расскажу вам себе дом, да, ну, квартиру. Но Хундертвассер решил, что жилье, даже социальное, должно быть красивым, и построился вот такой многоквартирный дом. Вы можете посмотреть в интернете, он, конечно, оставляет такое неоднозначное, но крайне, крайне интригующее впечатление после себя. Далее мы в Вене у туристов будет 2 ночи. После Вены мы выезжаем в Будапешт. По пути в Будапешт мы останавливаемся в аутлете Парндорф, что не может не радовать особенно представительниц прекрасного пола. Это хороший аутлет, в котором представлены брендовые марки от бюджетных вариантов до люкс. Соответственно, можно также еще и устроить себе небольшой шопинг по пути из Вены в Будапешт. Приезжаем в Будапешт вечером, и здесь обязательно нужно ехать в город и смотреть вечерний Будапешт. Здание парламента в вечернее время, днем, понятно, оно очень красиво, монументально, но вечернее время – это просто потрясающее зрелище. Можно стоять, смотреть на здание вечернего Будапешта и, в принципе, на пейзажи ночного Будапешта. Это будет отдельная экскурсия, которую каждый турист может себе самостоятельно устроить. В Будапеште также у туристов 2 ночи. Утром у них будет обзорная экскурсия. Обзорная экскурсия достаточно большая. Гид очень профессионально, очень качественно рассказывает об исторической составляющей этого города, некогда великого и могучего, да, вот, то есть те, кто вечером остается в Будапеште, безусловно, могут съездить на знаменитые термы Будапешта, их в городе 3, можно съездить на самые большие Сечени, можно съездить на самые исторические термы Геллерт, которые находятся прямо под горой Геллерт, и там провести вечернее время. То есть этот тур – это уникальная возможность, которая позволит туристам, ну, просто увидеть все. Так, и теперь Братислава. Ну, первый вопрос, да, туристы к вам приходят и спрашивают: хорошо, а что мы будем делать в Братиславе? Чем Братислава-то знаменита? Почему нам надо туда ехать? Так вот, я хочу вам, коллеги, сказать, что Братислава, она, ну, прекрасно. То есть мы были в зимнее время, и я представляю, что летом она еще уютнее, еще атмосфернее. Этот город, который некогда был очень могучим городом, где есть резиденция ГАБ, вот Братиславский град, который вы видите на фото, это ранее была резиденция Габсбургов, они здесь жили какое-то время, короновали на венгерский престол, здесь знаменитое семейство. Плюс ко всему здесь есть
храм Святой Марии, в котором венчалась одна из любимых дочерей Марии Терезии, Мария Кристина. Братислава – это город, что для меня было открытием, в которых творили многие композиторы, начинали, да, творить, и памятные вывески висят на домах. Старый город очень красивый, уютный, и в Братиславе, как это ни парадоксально, просто потрясающий мед. Я пожалела только об одном, когда мы уже вернулась домой, что взяла слишком мало меда. Вы не представляете, какой вкусный мед в Братиславе. Я не знаю, что они делают с пчелами, но в России такого я, честно говоря, не могла найти. А плюс ко всему, Братислава – город на Дунае. Прекрасные панорамы Дуная, которые открываются с Братиславского града, можно наблюдать. Ну, одним словом, Братислава – это город, который можно, вот знаете, как монетку положить в свою копилочку и с теплотой вспоминать потом еще долго-долго-долго. Вот для этого нужно ехать в Братиславу. То есть просто так турист не соберется и не поедет в Словакию, чтобы посмотреть Словакию. Хотя, хочу вам сказать, Словакия крайне удобно расположена, и из Братиславы вы можете всего за несколько евро доехать на автобусе до Вены или доехать до Будапешта. То есть он настолько удобно расположен, а отели доступны по ценам, что для мобильных туристов это просто находка на европейском направлении. Вот, мы посмотрели Братиславу, насладились ее видами, и вот программа полностью сложилась. То есть без этой экскурсии не было бы ощущения какой-то вот завершенности. Все, мы приезжаем в Прагу, и здесь у нас, давайте вернусь немножко еще на этот сайт, мы приезжаем в Прагу, и здесь у нас еще одна ночевка, возможность погулять по Пражскому граду, возможность забронировать, если туристы хотят дополнительно взять экскурсию какую-то там по мистическая Прага, по ночному городу, либо, как у нас полагается, в завершающий день путешествия побегать по городу и накупить сувениры, еду, сыры и собраться в дорогу обратно. Вот, если программу вы бронируете на 10 дней, ну, на большее количество ночей, то, соответственно, в Праге у туристов будет просто большее количество ночей на последние связки. Вот, это то, что касается экскурсионного тура Прага, Вена, Будапешт, Братислава. Смело пишите, звоните, спрашивайте, я вам все расскажу по этой программе, но вам говорю, что она абсолютно оправдывает себя. Туристы вернутся довольные, счастливые, увидев практически пол Европы, я беру в кавычки. А теперь давайте немножечко, мы с вами вот рассмотрели наши экскурсионные программы, полетную программу, мы знаем, кто встречает наших туристов. Я немножко хочу поговорить с вами об отелях, которые можно предложить вашим туристам для размещения. В разделе «Экономическое размещение» три отеля – «Ильф», «Ольшанка» и «Олимпик 300». Все эти отели, сразу же говорю, я видела, поэтому могу ответственно вам заявить, их можно бронировать. Это отели не советского санатория плана, да, не интуристы 80-х годов. Это отели, да, это возрастные отели, но в которых абсолютно не чувствуется дух старины. Ильф расположен прекрасно. В Ильфе огромное количество номеров. За счет того, что Ильф – это гостиница многоэтажная, есть номера с потрясающим видом на Прагу, и из некоторых номеров можно увидеть даже старый город и Пражский град. Ольшанка, также троечка, это отель. Но вы знаете, в Ольшанке номера лучше, чем в некоторых четверках в центре Праги. Они обновлены практически все, чистота, комфорт. В отеле огромный олимпийский бассейн,
в котором мы его смотрели, в котором плавают не только спортсмены, да, но и пожилые там пенсионеры в шапочках возле берега купаются, плавают. То есть Альшанка – это такой сбалансированный вариант. Цена, качество, расположенные не в центре города, но напротив остановки трамвая, и буквально за 10 минут вы можете доехать до центра города. По этим отелям у нас огромные квоты номеров, гарантии, поэтому у нас вы можете их смело бронировать, мы их будем вам подтверждать. Ну и Olympic 3 Star – это один из бюджетных вариантов размещения, но хочу вам сказать, что Olympic 3 Star – это вот то, о чем я говорила. По расположению он находится намного ближе к центру города, к Праге-1, к торговому центру Палладиум или площади Республики, чем многие отели из Праги-2. От Olympic 3 Star вы можете доехать за 7-10 минут до центра города. Да, это отель простой, но в нем все есть. В этом отеле мы завтракали, мы ужинали. И я хочу сказать, что завтраки и ужины потрясающие. Они разнообразные, они в формате шведский стол. Есть супы, есть мясные блюда, есть рыба, овощи, фрукты. Огромный выбор пирожных, сладостей для сладкоежек. Да, номера здесь проще, чем в Ильфе и в Ольшанке. Но если турист едет за тем, чтобы путешествовать по Праге, по Чехии, это идеальный вариант размещения. Рядом с Olympic 3 Star есть супермаркет Альберт, это очень удобно. Буквально в 2 минутах ходьбы можно закупить все на обратный путь себе. Поэтому отель, вот цена, качество абсолютно себя оправдывает. Адрия – это четверочка в центре города, прямо на Вацлавской площади. Этот отель, он атмосферный. Этот отель под управлением одной семьи с 1921, по-моему, года. Здание, соответственно, с тех же времен, но, естественно, обновленное. Вот. Отель состоит из 4 корпусов, которые соединены между собой. И в этом отеле, в Адрии, есть ресторан в подвале, очень атмосферный, который можно посетить не только находясь в этом отеле, но и придя, гуляя по Праге. Соответственно, мы этот вариант вам предлагаем. Цепочка отелей E-Hotels – это отели действительно на любой вкус и кошелек. Мы не стали специально прописывать все эти отели, потому что их по миру, они находятся в Словакии, в России, в Чехии, это чешская цепочка отелей, их около 40. Эти отели под управлением одной семьей. И именно вот в отелях цепочки ЭА туристы могут ощутить себя как дома. О них будут заботиться. Эти цепочка ЭА Hotels, они очень следят за качеством обслуживания, за сервисом обслуживания. И где бы отель ни находился, будь то Прага 6, будь то Прага 1, либо Прага 4, не сомневайтесь, что ваши туристы получат внимание, получат заботу и комфорт в плане размещения. Ну и, безусловно, цепочка сети Accor и Ibis Novotel, о которых вот я вижу, Рома уже писал, что они находятся в центре, они действительно очень приятные. Ibis Novotel — это 2 отеля, которые находятся по соседству друг с другом. Выходишь из Ibis, заходишь в соседний отель, это Новотель. Новенькие, чистенькие, идеально расположенные рядом с Вацлавской площадью. Есть Ibis прям в центре города, в Праге один. Ну, то есть, если человек не хочет духа старинной Европы, хочет современный, комфортный интерьер, пожалуйста, предлагайте Ibisы, предлагайте Новотели. И дальше, Century Old Town. Да, безусловно, Новотель — это 4 звезды, Ром, но мы, по-моему, здесь и не указали, что это троечка. Вот. И, безусловно, отель Century Old Town — знак качества, отель, который находится в старом городе, прекрасное размещение, прекрасные завтраки. Кстати, я вообще могу вам сказать, что в Чехии в отелях завтраки не сравнятся с там, теми же, например, итальянскими завтраками в простеньких троечках. На завтрак вы, ваши туристы получат и суп, и каши, и даже мясные блюда. Ну, то есть завтраки в чешских отелях очень разнообразны.
Вот. Ну, далее на отелях я не буду останавливаться подробно. Все-таки мы с вами сегодня обсуждали экскурсионные программки, и я надеюсь, что вам все было понятно и интересно. Давайте немножечко еще пару слов я скажу о нашем сайте для тех, кто еще не раскусил его удобства. Что такое Чехия от Погрупп, бронирование динамических туров на сайте. Это очень удобно. Я вам рекомендую, те, кто еще не начал пользоваться нашим новым сайтом, попробуйте на Чехии. Выберите город вылета, который вы хотите, подберите удобные стыковки для ваших туристов, если нет прямого рейса, поиграйте с личным кабинетом, выберите индивидуальный трансфер, выберите экскурсии, поймите, что это крайне удобно, и вы видите конечную стоимость продукта, того, который вы придумали с вашим туристом, с тем набором экскурсий, которые вы хотите, с трансферами, с вылетами уже сейчас. Вы не пишете запросы на расчет, вы не спрашиваете, сколько будут стоить экскурсии или индивидуальные трансферы. Вы все это видите в личном кабинете на нашем сайте уже сейчас. Поэтому дерзайте, учитесь, а если возникают какие-то вопросы, смело звоните вашим кураторам, пишите нам, мы будем вам помогать. На сегодняшний момент у меня все. В среду приглашаю вас на вебинар по Италии, по итальянским экскурсионным программам. Вы послушаете, что мы предлагаем на этом направлении. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Мы еще повисим немножечко в чате, ответим вам. Добро пожаловать в Чехию вместе с Погрупп. И, безусловно, хорошего дня с понедельником. Всех хорошего вам настроения. Вот, до свидания, коллеги. Мне было приятно с вами сегодня провести